Мультики потом покажешь, нет? Через сокола можешь потом по симке отправить? Только если... Когда буду в базу откатываться, потому что здесь связь нефти. Бля, у сокола вообще летает, заебись. Смысл в чем? Берешь, короче, у тебя, нахуй, мультики, вырезаешь там, блядь, по 10-15 секунд, нахуй, и сокол отправляется. Он мне в течение, блядь, сука, 10 минут отправляет один файл, который висит 1 минута, и все. Так, где сокол находится, где я нахожусь, я отсюда просто физически не отправлю, не такой хороший интернет. Все, я понял тебя. А что тебе надо? Нормальную тарелку? Да нет, связь сама такая. Разные симки. Давай я тебе Starlink закажу. А что у вас еще здесь будет? Братан, надо Starlink? Да, не откажусь. Все, батареи 200 кусков, собирайте. Я есть там это... Обуже, знаешь? Вот, к нему подойдешь, закажут нахуй. Арабы нахуй возят к нам. Все. Провода, Wi-Fi, роутер. Все, я заказываю, нет? Зачем у меня спутников в базу? Пока я не в базу. Блять, у тебя командир там сидит, гром, блядь. Леху интернет, блядь. Поставишь на. От души так, по-братски. Я тоже скинусь. Все, решаем вопрос.